Это кадры непрошлогодних катаний на льду. Сделаны они 17 ноября 2020-го в селе Поляны. Только лед встал, дети сразу же вышли кататься. На такие кадры в социальной сети отреагировали сотрудники регионального МЧС. Государственные инспекторы по маломерным судам выехали на место. По приезду детей они не обнаружили и провели профилактическую работу с населением. К сожалению, этот период наиболее опасен именно для детей, поскольку детей всегда интересует возможность покататься на льду, и часто это заканчивается трагедией. В недавнем прошлом такой случай уже был на территории Рыбинского района, когда две малолетние девочки, выйдя на лед небольшого строительного котлована, провалились под лед. К сожалению, это закончилось трагически. Сотрудники МЧС сейчас на лед выходить не рекомендуют. Безопасная толщина льда для прогулок – это минимум 10 сантиметров. Подобные данные можно найти в интернете. В скором времени их будет публиковать региональный МЧС на своем сайте. Однако слепо бросаться на лед все равно не стоит. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается в первую очередь к родителям, чтобы они разъяснили своим детям правила безопасного поведения. В настоящий период желательно категорически запретить выход детей на лед и игры вблизи водоемов. Дети должны знать об опасности выхода на лед. Также мы прогнозируем, что в ближайшие выходные возможен выход на лед рыбаков, поэтому сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам будет увеличено количество патрулирований с целью разъяснения безопасности поведения. Специалисты Главного управления МЧС России по Рязанской области рекомендуют не выходить на лед в одиночку. Рыбакам же советуют всегда брать с собой такие вещи, как самоспасатель или веревку, которые можно бросить провалившемуся под лед товарищу. Также необходимо постоянно проверять толщину льда при помощи рыбацкой пешни. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».